А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Шейка. Здесь вы сможете найти SkyWars, прохождение карт от подписчиков и многое другое. Также сейчас у него проходит конкурс, поэтому заходите, участвуйте и пытайтесь что-то выиграть. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры. Надеюсь, что многие уже сидели и думали, когда же она наконец-то выйдет. И вот она вышла. Ребята, что мы будем делать в этой серии, я пока что не представляю, но перед тем, как мы продолжим путешествовать, я бы хотел всем сказать спасибо тем, кто сейчас находится тут и смотрит это видео. Я рад каждому подписчику, каждому человеку, который меня поддерживает и смотрит видео. И, ребята, сразу бы хотел сказать, в принципе, имеете желание видеть летнюю авантюру как можно чаще, может даже один раз в 2 дня или где-то так, то, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Если мы набираем 500 лайков на этой серии, то еще одна серия, точнее, следующая серия выходит сразу же завтра или послезавтра. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если мы наберем лайки и, в принципе, вы получите свою серию, я получу свою силу и больше мотивации для записи новых видео. И, ребята, что мы будем делать в этой серии, я пока что не представляю, но мне в предыдущей серии сказали, чтобы я попробовал одну фигнюшку. Одну фигнюшку — это с этим орбом, который мы выбили. И чтобы я попробовал. А тут, сейчас, давайте мы тпхнемся куда-то. ГП-1. Допустим, варп ГП-1. А если Г1? Неправильный мир. А если ГП... Нет, я даже не помню. Портал Г1. Нет. Я не помню, честно, Г1. Фиг его знает, честное слово, ребята. А, ну ладно, значит, давайте куда-то вот сюда спустимся. Или даже где-то вот тут. В чем прикол спускаться куда-то, если мы просто-напросто можем тут попробовать. Мне сказали, что... Вот, ставишь вот эту фигню, которую мы нашли около около второго данжа, да, в предыдущем мире, там, где были вот эти. Так, это что там? Ага. Там, где был вот тот мир юрского периода, или что, где там какие-то маленькие динозавры, улитки, саблезубы, или даже доисторического периода, потому что там мамонты были, скорее всего, доисторическое, что-то в этом роде. Мы там нашли какие-то руины, и посередине вот этого всего нашли вот этот... Я случайно поставил! Я случайно поставил, но все же он заспавнился. Сейчас. Так, сколько раз его нужно запинать, чтобы мы его убили? Сколько раз его нужно... Да дай мне подойти к тебе, зараза. Ай-яй-яй-яй. Сейчас. Так. Я случайно. А что это? Так, сейчас. Дайте-ка я пойму. Что это вообще... За фигня. Сколько вообще его раз нужно запинать? Сейчас. Сейчас, ребята, дайте мне секундочку, потому что я просто-напросто пока что ничего не понимаю, что тут происходит. Что тут происходит? Он бесконечный, что ли? Или... Хотя вы видите то, что... Да дай... Как он меня бесит. Ребята, каждый раз, когда мы его... О, это нам что-то выпало. Каждый раз, когда мы его убиваем, то нам что-то... Ага, это он меня бьет. То нам что-то больше и больше вот этих всех монстров выпадает, да? Как мне кажется. Сейчас, ребята, дайте-ка мне секундочку. Я не понимаю, сколько нам вообще вот этих чуваков нужно убить? Сколько нам этого чувака нужно убить, чтобы...
А ух, ни хрена себе они прыгают. Ребята, мне кажется, я его просто-напросто тут оставлю, да и все. Потому что вы видите, что он бесконечный какой-то. Я просто, знаете, вот так мало говорил, потому что я пока что не понимаю, что это за чудило и что с него выпадает. Для чего он вообще нужен. То есть, я случайно нажал на вот тот блок, который уже... Вот он. Да, то есть, мне сказали, что вот этот блок, это... Ух, как громко нафиг. Вот этот блок, который мы нашли, да, около первого данжа, там, где вот эти развалины были. То, что хорошо, мы его нашли, мы его забрали. И потом нашли еще один данж, когда мы его прошли до конца, там, где тот орущий мужик был, или кто это. Когда мы его прошли, то в конце нам, точнее, мы получили какой-то вот этот орб, который мы только что вставили, да? Твою мать! Который мы только что вставили. Я случайно так нажал, я думал, его в руку нужно взять и поставить, но я его нажал, и он сразу же поставился. И заспавнился вот этот чудик. Я, если честно, пока что... Я вижу, что... Так, сейчас. Я вижу, чем больше раз ты... Чем больше раз ты его убиваешь, тем вроде больше раз... Точнее, больше монстров появляется, как я понимаю. Ладно, вот видите, сколько их уже там. Ладно, монстры это монстры, но я не представляю, что нам с ним... Этот чувачина, он... Вот, смотрите, он просто... Хотя нет, вроде так же монстры появляются иногда. Я не знаю, что нам с ним делать, ребята. Пожалуйста, как его вообще убить? И зачем он вообще, по сути, нужен, как бы? То есть, это просто как фармилка опыта, да? То есть, мы его убиваем, 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 и куча вот этих спамится. Куча монстров спамится, с помощью которых мы просто-напросто качаемся, что ли? Ну, если мы так... Ух ты, ни хрена себе. Да вы ребята, вообще уже приофигели. Уже даже у меня... Ребята, я понимаю, что этим монстрам как-то до жопы. Как спамится? Где спамится? Зачем спамится? Они спамятся где угодно, да и все. Так, давайте, знаете, что перед какими-то походами сделаем... Я хочу просто посмотреть, действительно ли пули вот так делают. Да, пули делаются так, как мне говорили. Cannonball. Значит... Сколько их использований? Извиняюсь, ребят. Мне кажется, что это будет прикольная идея, если мы вот так сделаем. Давайте сразу же вот столько сделаем. Вот столько. Мне кажется, будет круто. Мы сразу же пойдем в какой-то мир. Давайте перед тем, как куда-то пойти, пойдем поспим, потому что не хочется... Посмотрите, сколько там монстров на карте показано. Не хочется куда-то идти, но, в принципе, я, если честно, не понимаю, как вот этого монстра убить. Как вот этого босса убить, скелета какого-то, который, по сути, бессмертный. И когда я его убиваю, что еще больше монстров спавнится. То есть я пока что не представляю, как его вообще можно убить. И сейчас, секундочку. Я просто хочу найти какой-то мир крутой, куда мы можем пойти. Сейчас, в этом мире мы уже были, да? Хейвен. Давайте в этот Хейвен пойдем. Посмотрим, что там такое творится. Это вроде, если я... Так, сейчас, это вот сюда. Если я помню, то это вроде... как их там... Идите вы в жопу, короче. Будут они тут стоять, да и все. Да чё вы... Они такие наглые, что это с ума можно сойти. Это вроде мир вот этих клоунов. Или я ошибаюсь, фиг его знает, ребята. Честное слово, пока что не знаю. Давай вообще офигели, откуда он вообще взялся? Как он вообще выбрался оттуда? Так. Ух, вас сколько тут, нафиг. Я не знаю вообще, то есть мы заспамили вот того монстра, вряд ли это какой-то босс, мы его взяли и заспамили. И куда нам сейчас его девать, то есть он там стоит на месте, мы его убить даже не можем. Бред какой-то, так, ладно, сейчас. Так, во, опа. Так, все, стоять. Нет, ребята, это не мир клоунов. Это, вы, если вы помните, то это самый первый мир, который мы когда-либо нашли в этом сезоне. Это наш был самый первый мир. Мне просто интересно, что тут есть. Мне кажется, зря я сюда, наверное, пошел, потому что он такой сложненький, если честно, немного. Вы видите то, что мы даже не успели зайти, нас уже кто-то... О, нас уже кто-то долбанул где-то сверху и уже практически нас убил.
Но вот видите, там где-то монстр летает или где он, я как-то не могу заметить, вот там вроде. Какой-то такой яркий мир, вот тут руды много было, мы вроде добывали. 21 урон, сколько нужно стрел, чтобы его убить? 60 урона, 80 урона, 100 урона. Ух ты, 120, у него около 130 жизней, ребята. Это дофига, это очень дофига, и таких монстров мы, если честно, вряд ли сможем поубивать. Вот туда я дострелил, но он сейчас нафиг за нами летит. Он сейчас за нами лететь будет. Так, ну ладно, таких мы убиваем, вот с них гемы выпадают, но я, если честно, пока что не представляю, что нужно делать. Мне кажется, сейчас нас просто скинут, как в предыдущий раз, и мы пойдем вон с этого мира, потому что, ну, мне кажется, много раз сейчас нас тут поубивают, да и все. Поэтому я, наверное, зря туда пошел, я там вроде какого-то НПСа вижу или что это. Поэтому мы, наверное, ребята, сейчас в какой-то другой мир все-таки пойдем. Плюс к тому у меня блоки заканчиваются. Офигеть просто. Мы сейчас туда даже не добежим. Не долетим. Да. Так, побежали, побежали. Пиу-п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 иу. Прям бластер какой-то, знаете, Звездных войн или не Звездных войн. Откуда там он еще есть. Круто. Прикольный. Нужно немного травички. И мне кажется, все-таки мы сейчас будем... Ой, там сзади кто-то летит, видите? Там сзади кто-то к нам еще летит. Опа! А мы знали, что ты придешь. Я на карте видел. Вот. Уф, сколько я накопал? Так мало, я вроде столько копнул. А, ну, в принципе. Ребята, я честно не знаю. Ну, вот это мир, то есть... В каждом мире есть что-то свое особенное. Это я знаю, но... Эти заразы нас просто-напросто сейчас скидывать будут, да и все. Они вроде долбят так срас... Нет, не срас... О, кто там у нас? Там портал какой-то выпал. Ух ты, ни черт, нифига. Там портальчики какие-то падают нафиг. Я видел, там кто-то выпал, но не видел, какой именно портал. Не видел, какой... Опа. Ну ладно, то есть, это вроде вот этот, смотри, сейчас, секундочку. Это вот эта хрень. Вот этот единорог, мне кажется, он срет вот этими, извиняюсь за выражение, но мне кажется, он просто производит через задний проход вот этих маленьких визжащих идиотов. Так, он вот этот вроде мирный, да, он вроде мирный. И что у него можно? Луна Веркоин... Ну, у него можно купить какую-то офигенную броньку, но эта офигенная бронька и стоит так нормально, если честно. Она и стоит нормально. Так, будем потихонечку их убивать, потому что я, если честно, пока что не представляю, что это за мир и... Тучи-пучи-пучи-пучи. Главное, чтобы нас не скинули. Главное... Ну ладно, хорошо, что мы хотя бы умерли возле дома. А то если бы мы умерли вот там, то все бы наши вещи... ух ты, у нас уже вот наша бронечка практически сломалась. Не, ребят, мне кажется, еще туда очень... Ну как, не прям очень, но еще рано все-таки туда идти. Нас, как вы видите, там еще нормально так убивают, поэтому мы, наверное, туда не будем идти. Давайте возьмем какой-то еще портальчик, хотя, в принципе, давайте возьмем еще какой-то портальчик. Ребят, я весь потный, у меня тут такая жарища, что вы себе не представляете. Я, наверное, это каждую серию говорю, но, ребята, честное слово, я прям тут не знаю, что. Фух. Так, в клоунский мир, в клоунский мир. Мы, наверное, сейчас туда и потопаем. А он вроде такой самый такой... Да идите вы в жопу, скелеты, нафиг. Они такие бесячие, они там сейчас будут стоять не знаю сколько и никогда нам прохода не будут давать или что. Я как-то не могу понять, если честно. Опа, и тут еще может какой-то спуск сделать. Лучше бы было, а то видите, как мы спускаемся каждый раз. Фух, так, ладно, пойдем в клоунский мир, посмотрим. В каждом мире есть свой какой-то данж. В каждом мире есть своя какая-то вещь, с помощью которой мы сможем или в другой мир пробраться, или заспамнить какого-то босса. Сейчас. Опа, вот так.
В принципе, да, ребята, это есть, но в этом мире нужно находить свои вещи, какие-то вот эти все, где что как спавнится. И это, если честно, немного сложновато, потому что нужно искать, нужно бегать, нужно топать. Это, ребята, реально очень сложно, потому что не в каждом же мире... Ой, я думал это... Ух ты, а как нам отсюда спуститься нафиг? Вот так. Я думал просто-напросто... Что это земля, это оказалось не земля, вот это земля. А нет, это тоже не земля, это листва. Офигеть. Ух, главное, чтобы... Конченые... Крокодилы, почему крокодилы, я хотел сказать, не представляю. Но вот там что-то может... есть, а хотя хрен его знает, что там может есть, ничего там нету. Ладно, ребята, офигенный мир. Мы сможем тут, хотя вряд ли тут это все работает. Ну ладно, давайте попробуем. Не работает. Я думал, знаете, просто-напросто, как трикопитейлер тут же вроде установлен. Один раз вот это долбануть и, а видите, даже, ага, вот это даже не понял. Это даже не дерево, а какая-то просто хрень непонятная, потому что оно не перерабатывается в доски. Мне кажется, сейчас нам долго нужно будет туда строиться. Так, это сюда, и вот сейчас уже можно будет туда топать. Ребят, я честно пока что не знаю, что нам тут искать. Ребята, пожалуйста, напишите, кто играл в этот мод, и, в принципе, знаете, что я у вас всегда спрашиваю советы, вы же, в принципе, подписчики, и в том смысле, что многие подписчики играли в моды, в которые я, ну, просто никогда их даже не видел, да, поэтому есть многие подписчики, которые уже давным-давно прошли вот эти все моды, которые уже профессионалы в какой-то степени знают, что и как, и где делается, да. И вот я так спрашиваю, что мне делать, куда мне идти, как мне делать, что дальше, в принципе, делать. Видите, там есть какая-то хрень. Вот смотрите. Ух ты. Лучше давайте отсюда постреляем, а то еще сейчас подойдем, и нас просто-напросто запинают. Вот этого можно убить. Поэтому, ребята, скажите, пожалуйста, какие следующие действия я должен делать, да? Мы убили двух монстров. Мы побывали вот в этом доисторическом мире, где мы, в принципе, нашли данжи, и с помощью этих данжев мы заспавнили вот этого скелетона, ну, который, по сути, ни черта не делает, а только спавнит все больше и больше других скелетов. Поэтому, ребята, пожалуйста, скажите, пожалуйста, что мне дальше делать. То есть, какой в следующий мир я должен пойти, в какие следующие мира я должен пойти и что я должен там найти, да? Что я должен там найти? Может, проходы в какие-то еще другие мира? Может, добыть какие-то вещи, с помощью которых мы сможем заспамить боссов, да, и, в принципе, каких-то монстров? Ну, или, может, я не знаю, что еще... В принципе, в какие-то мира пойти и что нам именно там нужно искать. Мне кажется, вот сейчас такой этот самый главный вопрос. Какие мира нам нужно пойти и что нам там нужно искать, чтобы продвинуться в дальнейшие мира, да, то есть в следующие. Ух ты! Во, круто. Где? Вот, смотри, там какая-то хрень, давайте туда, может, спустимся. Так, главное, чтобы сейчас... Зай, ух ты, ваш, сколько вас тут? Ну, значит, будем их вот так валить. С нашей винтовочки или что это? О, там баннер выпал. Так, вроде... Нет, там вот еще один. Опа, опа. Вот сейчас там еще вроде, да? Ох, вы конченые клоуны нафиг. Типси всякие. Так, вроде все, да, вроде больше никого. Там еще кто-то наверху вроде есть, ну да ладно. Вот что за это фиготень, мне интересно, оно туда реально очень долго добираться. И мне кажется, мы уже вот это находили, это вроде Виндруна, мы ее уже вроде находили. Вот смотрите, вот это мы уже облутали, все, да. Вот тут есть какая-то хрень, а где мы, так, где мы находимся? Мы тут находимся, мы пришли где-то вот отсюда. Вот тут что-то есть. Мы можем сюда тпхнуться? Это какая высота? Это какая высота у нас? Сейчас пролагает.
это у нас 47-я высота. Если это 47-я высота, то мы сюда сможем тпхнуться, ну, где-то давайте на 60-ю. Я надеюсь, мы не убьемся, если туда тпхнемся. Waypoints, телепорт. Во. А хотя тут, в принципе, ни черта нету. Знаете, просто вот тут так это все похоже, как будто это какой-то, я не знаю, какой-то данж. Но это оказался не данж, а просто хрень его знает что. Ребята, пожалуйста, еще раз напишите в комментариях, что мне нужно делать. Какие следующие действия мне нужно сделать, чтобы продвинуться дальше, я не знаю, по сюжету можно сказать. То есть... О, смотрите, там что-то есть. Там что-то есть. Опачки. А ну давайте пойдем туда посмотрим. То есть, в какой мир пойти? Что, кого убить, кого найти, что раздобыть, какие ресурсы нам нужны, чтобы... чтобы дальше и дальше и дальше продвигаться и, в принципе, искать какие-то нужные нам вещи, да? Поэтому, ребята, я у вас и спрашиваю, потому что, честное слово, я не представляю. Ну вот сейчас, в предыдущей серии мы вроде уже закончили полностью исследовать мир... саблезубов, да, мамонтов и всех остальных. И вроде мы его уже закончили, нам туда даже не нужно будет возвращаться. Сейчас тоже нужно какой-то следующий мир исследовать, но я пока что не знаю какой, наверное, вот этот мы будем до конца исследовать. И, ребята, скажите, пожалуйста, какой должен быть следующий босс, да, то есть какой следующий босс должен быть, которого мы должны заспавнить? То есть кто это должен быть? Первого босса мы уже убили, тролля, потом мы вот того хреноводного убили, да, вроде. Вот смотрите, там что-то... Это трейдер? Нет, это не трейдер. Потому что я на карте вижу. Это не трейдер. На карте видно, когда трейдер, там показано другим цветом, да? Так, выше, вот так. Еще выше. Вот так, да. Вот так. Это, наверное, босс. Мне почему-то так кажется. Потому что мы ему уже около нормально так урон. Да, это, наверное, босс какой-то. Давайте пойдемте посмотрим, ребята. Если это босс, то это прикольно. Но все же мне хотелось бы узнать, что, ребята, нам следует найти. А даже если это босс и что-то в этом роде, если мы его убьем, ух, чуть опять не грохнулся, хрен его знает, кто это. То, ребята, какие после клоунского... Ой, после клоунского мира, куда нам все-таки дальше идти, да? То есть, ладно, если клоунский мир мы сейчас как-то все-таки пройдем, не сейчас, а может в следующих сериях... Или не знаю, когда в следующих сериях, может, к концу сезона, потому что, честно, это... Нет, это... А мерч, той мерчант. А, нет, это не вражеский монстр, это торговец, я его чуть нафиг не убил. Потому что на карте показывало красным, да? Красным показываются монстры, торговцы показываются белым вроде, что-то в этом роде. И это, да, все-таки торговец. И мне кажется, тут уже кто-то был, потому что булыжник тут не зря все-таки стоит, значит, тут уже кто-то ходил. Опа. Сейчас, секундочку. Тут есть вертолет. Воздушный шар. Какая-то пушечка. Еще пушечка, еще пушечка, еще пушечка. Офигеть. Ладно, ставим тогда тут, мне кажется, waypoint, а этот тогда удаляем. Remove. Вот тут мы ставим, наверное, waypoint. Я не то хотел. Так, да иди ты. Так, вот. Мне кажется, это будет прикольная идея, если мы сюда поставим waypoint, потому что если мы добудем вот эти все типси там всякие. Нам нужно... Сколько там? 20 коинов нам нужно. Нам нужно 20 коинов, ребята. Так, сейчас. Warp set. Warp G1, да, допустим. Сейчас идем домой. Идем домой быстренько. И смотрите, что я хочу посмотреть. Смотрите, что я хочу посмотреть. Прям тавтология какая-то. Вот у нас, да, действительно, дома у нас есть еще... Нормально варпов этих... коинов вот этих. Так, Warp G1. Неправильный мир. Ты нафиг, да? Опять вот эти... Твою мать, иди сюда! Кто там такой... Кто там такой наглый? Кто? Кто там такой наглый? Кто там такой наглый? Чтобы ты подавился вот этой своей жижей... Жижей желтой... Вать Машу! Вот
мудачина вот этот желтый всякой плюется хренью, прям раздражает, если честно. Так, главное сейчас не убиться. Главное, чтобы сейчас монстра тут никакого не было, да, то сейчас мы туда подойдем, захотим зайти в портал и нас захреначат, если честно. Поэтому давайте как можно быстрее, ребята, мы сюда пойдем. Так, так, опа, 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 вот. Да вот что вот эти... Так, варп, Г1. Джузь. Ага, я... Так, сейчас. Телепорт. Да что за бред? Да что за бред? А оно в каждом мире... Я как-то не могу понять, если честно. Варп, вот, варп Г1 установлен. Я пишу Г1, и почему-то пишется, что он неправильно. Значит, варпы тут не работают, ребята. Значит, это рандомный спаун. Иногда оно спавнится по одному, иногда оно спавнится по другому. Понятно. Значит, нам опять нужно искать вот эту хрень. А лучше, мне кажется, пока что мы даже это искать не будем, а лучше пойдем еще добудем вот этих коинов, вот этих монеток. Потому что вы видите то, что, ребята, чем их больше, тем лучше. Потому что с их помощью мы потом, если мы их добудем нормальное количество, то с их помощью мы потом сможем купить разные вещички. Поэтому нужно постараться их навыбивать, если у нас, конечно, вот это получится. Если не получится, то тогда хрен его знает, если... Вот видите, много тут уже людей было, потому что, видите... Да хр это дужарить за окном. Ребята, у меня там за окном всякая хрень иногда творится. Вот эти мотоциклисты, знаете, они прям раздражают так, что с ума сойти можно. Это кто-то строил или что, я как-то не могу понять, потому что... Ну, понятно, что строили, таких проходов не может быть, да, само по себе. Поэтому кто-то тут уже был. И если тут есть какие-то проходы, ну вот это его портал. Ага, смотрите, это... Так, мне кажется, он обратной дорогой шел. Ребята, мы в этой серии какие-то пьяненькие, если честно. Мы в этой серии сильно пьяненькие. Видишь, что я прям падаю, убиваюсь нафиг, уже не знаю какой раз. И это меня раздражает. Так. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Ладно, опять я вернулся. Опять я вернулся. Так, waypoint. Телепорт. Где мы окажемся? Вот, мы оказались вот тут. Ага. Если мы тут оказались, вот тут вот эта фигня какая-то мелкая. А вот той летающей хрени нету. Той летающей хрени нету. Ну, может, мы сюда тпхнемся? Хрен его знает, какая тут может быть. 45. Главное не убиться. Дыра в полу, некогда встать. А, вот, круто. Ага. Ремов. А если, например, сейчас. А если, где ты, вот. Если, хрен его знает, 60. Телепорт. Дыра в полу, некуда встать. Значит, это на большой какой-то высоте находится, наоборот. А я думал, на какой-то маленькой. Хм. А если вот сюда, и, допустим, 55, телепорт. Во, круто. Так, ну вот сюда мы тпхнули, чтобы открыть новую территорию. Тут мы что-то открыли, может что-то и открыли, но толком тут ни черта нету. Так, вот, вот так. Значит, будем смотреть, ребята, нам нужно опять вот ту летающую... Да вот, вашу мать, у меня прям окно дёрнулось. Ребят, я не представляю, что это за гонщик, как и форсаж нафиг сбежал там с Америки, пришел ко мне вот сюда в город и летает тут за окном. Это меня очень сильно раздражает, когда тут мотоциклисты со своими пердущими глушителями, или которые вообще даже не имеют глушителя. Как пронесут... Как... Ух ты, ни хрена себе. Как пронесутся за окном, прям... Лопнуть можно от... О, я видел, я видел! Вот оно, вот оно! Вот оно чудо! Главное, чтобы нас никто не столкнул никуда. Иди в жопу! Я не могу двигаться, я не могу... Почему я не могу? Вот, сейчас могу. Ага, значит, это его умение, да, вот. Я не могу двигаться сейчас. Вот, сейчас могу. Кто? Какашка. Опа. Фу, дальше.
Дальше, хотя нет, не нужно больше вот этих. Вот видите, там, а нет, это никто не строился, это, наверное, так. Ага, а если, а хрен его знает, 45, сейф, телепорт. Круто, так. Опа, клоун, здрасте. А почему ты мирный? Тут же все такие прям злые-злые, а ты такой мирный. Так, давайте купим себе вертолет. А хотя, это, а нет, сейчас. Вот это нужно, я уже напугался, почему это не покупается. У нас еще 23 штучки есть. Что это, баллон? Ладно, давайте купим вот это. Так, может там еще что-то. Пушки всякие. Medium speed. Speed. Ну тут уже дорогущие пушечки идут. Тут уже дорогущие пушечки идут, в принципе. Давайте сначала, ой, иди сюда. Давайте сначала попробуем, что это такое. Хм. Never mind to love. Ага. You might degrade troops and fall to your death. Ага. Так, ладно, потом разберемся. А это что такое? Здрасте. Не, ну как бы, вот это мы одевать не можем. А, если гирокоптер. Гирокоптер. Ну, по сути, если правильно как-то переводить, то это какой-то игрушечный вертолет. Я думал, на нем летать может как-то можно. Ну, скрафтить с него 100% ничего нельзя. Когда я нажимаю посмотреть, той, вот, вот видите, той бокс и той гирокоптер. Ага, ну хрен его знает, честно, ребята. Я не знаю, зачем вообще это тогда сделано. Может, это объедини, хотя хрен его знает. Ребят, я не знаю, пожалуйста, кто знает, напишите, потому что, честное слово, я не имею представления, что это. Вот смотрите, там еще что-то есть. Если это... Вот. Сейф. Я надеюсь, они мирные. Охренеть, они мирные? Я прям офигел, какие они мирные, если честно. Ладно. Но там ничего. Это обычное дерево, да? Вот смотрите, там. Да, вот мы там только что были, да? И там уже куча вот этих монстряков заспавилась. Вот тут вот эта хрень. 16. Вот, 16. А, ну, ладно, давайте еще вот туда тыпнемся. Третий раз. Третий раз мы умираем. Вашу мать! Я уже запарился умирать, честное слово, ребята. В этой серии это прям какая-то жопа. Как мы, сколько мы раз уже умерли? Так. Я уже запарился, честное слово, ребята. Я уже, наверное, запарился так же, как и вы умирать. И, в принципе, знаете что? Да в жопу. Давайте уже на этом будем заканчивать, потому что, честное слово, я уже прям потный сижу. Ху, не знаю, на камеру это видно, не видно... Да нет, на камеру вроде не видно, но я реально, ребята, уже... Нет, не видно, что у меня руки мокрые, нет. Ну все же, ребята, у меня тут реально такая жарища, что это с ума может сойти. Он пропал уже? Да, он пропал. Ну, хрен его знает, что это было, если честно. Фух. Так, ну, смотрите, ребята. Перед тем, как заканчивать, я вас еще раз хочу попросить, спросить. Скажите, пожалуйста, что, в принципе, нам сейчас делать, я еще расскажу. Что нам делать в следующих сериях, в какие порталы нам идти, что там нам добывать, что нам искать, какие вещи нам выбивать, какие постройки нам искать, да, с помощью которых мы сможем дальше развиваться. И, в принципе, пожалуйста, скажите мне имена следующих боссов по очереди, да, какие боссы будут идти последовательно, да, то есть там... Вот, например, так напишите как-то. Эдисон, следующий босс, там вот так, такой-то, и вот такое-то имя, получить его можно там, заспамить можно там, и если вы, конечно, знаете. Если, конечно, не знаете, то, в принципе, и так, ребята, вам спасибо, то, что... Я понимаю, что не все могут знать, да, что и как. Но все же, ребята, если вы будете знать, я буду вам очень сильно благодарен. Или вы, может, где-то поищите, фиг его знает. Потому что, честно, вот сейчас я когда захожу играть в этот сезон с этим модом, и, в принципе, напросто, когда что-то тут ищу и захожу делать новую серию, то я не имею представления, что мне нужно делать в следующем, да, то есть, что мне нужно искать и куда мне нужно идти. Я просто вот так захожу и, наверное, стандартно и банально ищу подряд все мира и, в принципе, ищу какие-то приключения.
а больше интереса и больше экшена будет тогда, когда мы будем искать то, что нам нужно, да, то есть, например, вот, когда мне кто-то, если кто-то знает, напишет, что Эдисон, ищи вот это, ищи вот это, ищи вот это, то я, ребята, буду иметь цель, вот, мне подписчики сказали, ага, теперь тебе нужно найти вот это, и я сразу буду искать вот это. Ну, знаете что, ребята, давайте уже будем на этом заканчивать, ставьте лайки, я буду благодарен каждому лайку, вы это знаете, и, в принципе, как я уже много раз говорил, больше лайков для меня, больше новых видео для вас, поэтому, если вы хотите летнюю авантюру как можно быстрее или любое другое видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Это действительно придает мне больше сил для записи новых видео. И также, ребята, оставляйте свои комментарии, я буду рад их прочитать. Вы знаете, что я общаюсь со своими подписчиками, и то, что я буду рад ответить на каждый прям ваш комментарий. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, пожелание, совет или еще что-то, то, ребята, пишите комментарии, я постараюсь их прочесть и также может на них ответить. Также вступайте в нашу банду крутых перцев, я рад каждому новому подписчику. Поэтому, ребята, если вы хотите стать новым членом нашей большой дружной семьи, то, ребята, подписывайтесь, я действительно буду очень сильно рад. На этом мы заканчиваем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.